мобилизация? Кого мобилизировать? Ну, о чем вы говорите? Ну, за 22 года мы не создали украинской армии. Я, может, открою вам государственную тайну. У нас ничего не взлетает, у нас ничего не заводится. У нас, скажите, что мы будем мобилизовать, что мы будем их одевать и что мы будем им в руки давать? Дубинки и маски на лицо. Ну, извините, надо быть реалистами. И я считаю, что это надо решить только мирным путем.